Всем привет! Здравствуйте, дядя Наиль Порошин. Это я, Михаил Юрковский. Вот я приехал к себе домой, к себе на Украину. Сейчас Новый год только что недавно был. С Новым годом, кстати. Вот, ребята, такая небольшая предыстория. Купил я себе карбюратор на семерку. 83 сейчас, так что оно видно, да? Купил, поставил. Не то, ребята, начались такие сильные провалы. Я мучился очень долго. Ездил с друзьями в Карпаты. Ну, не то. Газ там, провал, провал и провал. Позвонил дяде Наилю. Ребята так показали, что есть ролики у него. Начал дядя Наиль меня ругать, что я купил 83-й на классику. Не то. Говорит, диффузоры маленькие. Вот. И вот я приехал в Москву, был там своих родственников. Дядя Наиль прислал мне карбюратор. Ребята, 21053 Т20. Вот, смотрите. Сейчас я покажу вам. Вот, должно быть видно вам. Вот, ребята, я его установил. Так, чтобы было вам видно. Вот, он стоит. Короче, ребята, я вам скажу так. Очень хороший карбюратор. Я очень доволен. Ну, отличный. Ни одного провала. Едет идеально. Одно, что... Реально не замерил этот расход. Ну, расход просто отличный. Я вот много катался. Я помню, как на предыдущем катался, но не то. Это расход отличный, ни одного провала. Ревет, как не знаю как. Дядя Наиль вот прислал мне еще кулачок. Четвертый, он там поставил, это родной, пятый. И жиклер сказал, что вдруг не будет хватать мне там. Вот поставишь себе еще жиклер вот такой, там на первую камеру. Но я не ставил, ребят, не хватает полностью этого. Там стоит сейчас четвертый кулачок. И вообще, ну сейчас я все вам заведу ее, покажу, как она еще особо не нагрелась. Вот, ребят, смотрите, работает мотор чисто, стабильно, вот что мне нравится. Вообще, ровно работает, так, ну, нормально, как было мне раньше, вообще не то, обороты холостые все время так, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Ну а сейчас вообще вот отлично прям. Провода вроде нормальные, проверил. Ну не то, что, конечно, дяди Наиля. Ну нормально тоже. Я вот тестером проверил все. Работают. Тоже у меня стоит этот тройник на обратку бензина. А так все нормально. Свечи проверял, провода проверил. Я и наели. Единственное, что я съездил к одному человеку, он мне зажигание выставил. А то у меня трубоскопа нет, а я сам не особо ничего не разбираюсь. Вот. И мне зажигание поставили нормально, и она начала вообще отлично ездить. И вообще, я, короче, доволен сильно. Вот это, ребят, то, у кого есть классика, всем рекомендую этот карбюратор. 21053-20. Вот, я доволен. Вот еще забыл за историю, когда я купил этот 83-й, вот, когда я купил его, начались провалы, я купил вот от карбюратора на 1.7 Нива. Ребята, машина стала лучше ездить, но я поехал 25 километров, она мне сожрала где-то около 10 литров бензина. Я, короче, обалдел, реально много вообще. Ну, вот так, короче. Ладно, всем пока. Если расход замеряю, еще напишу. Может, в комментариях оставлю. Ну, я, ну, короче, ребята, очень хорошо. Я доволен. Видите, как работает отлично. И экономно, и доступно. Вообще. Ну, у меня есть и родной карбюратор, но я уже поставил себе этот. Все есть, все отлично. Все, дядя Наиль, вам спасибо большое за вашу подсказку. Ну, кто будет смотреть этот ролик, вот 21.53-20, это реальный карбюратор, просто отличный. Все, всем на свидание, всем пока. С вами был Михаил Юрковский.